Вы смотрите «Время местное». Вкусные, свежие рыбные лакомства прямиком с Камчатки. Магнитогорцы и гости города смогут приобрести к столу с 4 по 12 октября включительно во Дворце спорта имени Ивана Рамазана. В этот вторник открылся прилавок «Камчатские деликатесы». 23 наименования рыбных лакомств представлено в камчатских деликатесах во Дворце спорта имени Ивана Рамазана. Рулеты из белорыбицы без костей, зубатка, палтус, морской окунь, кальмар, скумбрия горячего копчения, нерка, корюшка холодного копчения и вяленая с икрой. Конечно, самое вкусное и полезное – это у нас красавица чевыча. В ней очень большое количество натурального рыбьего жира. Это омега-3, омега-6, которые так необходимы нам для нашего здоровья. Филе чевыча представлено на прилавке в копченом и слабосоленом виде. Есть хребты горячего копчения. Не обошлось и без королевы любого застолья – крупнозернистой красной икры чевычи. Это настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. Новиночки – это, конечно же, у нас рулетики кижуч со скумбрией, очень вкусные, практически без костей. Можно как и деткам, так и взрослым людям кушать. Также у нас есть кижуч горячего копчения и чевыча без костей также. Из оригинального есть скумбрия в горчичной заливке, представленная в порционных баночках. Все эти деликатесы можно приобрести во Дворце спорта имени Ивана Рамазана до 12 октября включительно. Приходите, порадуйте себя и близких вкусными и полезными деликатесами. Будем рады видеть посетителей до 12 октября включительно. Дина Наумова, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.